Итак, нас ждет командировка с целью показать, какие ваши уважаемые товарищи и гости нашего уникального города под именем Магнитогорск траты на ваших чат. То есть командировка в любимую игрушку. Правда, ехать далеко не надо. То есть едем по Советской на север, далее по Вокзальной на запад. И любимое место горожан для получения удовольствия от нормальных цен для дома и семьи. Направо. Направо далее ехать не надо. Напротив торговых рядов на автомобилистов мы повернем налево. И тут то, что доктор прописал. А мне позвонили и сказали: Алексей, покажи, пожалуйста, ценники. По одной простой причине. Где мы находимся? Да, это не самые дорогие ценники в городе. Потому что, ну, вы представляете, да? Я немножко не доезжаю, почему на детях деньги зарабатывают. Дети – это наше счастье. Поэтому ценники сегодняшние мы вам и покажем. Это тоже вот клево, да? Мы говорили про ту самую сумму – 1000 рублей. Я ничего не буду вам показывать. Попросили-то не показывать. Но на 1000 рублей я вот легко сегодня, сейчас... Обыкновенная 1000 рублей, которые вы пропиваете. На эту 1000 рублей я себе куплю мячи. Устройство для катания, потому что иногда дети падают, да ведь? Хотя, если честно, вот при мне этого никогда в жизни не было. Ох, я нападался в свое время. Ай-яй-яй-яй. Ногти, колени и вот эти штуки были вообще в лохмотье. Да, сейчас никаких проблем. Вот. Кроме всего прочего, сачки и, естественно, зонтики. Но чем это не жить? Потому что эта жизнь вам дается в магазине игрушек, которую мы вам показали. Как красотища. Ах, красотища. Это называется спиннеры. И тоже. Они тоже здесь есть. Все остальное. Опять мне попросили ценники не указывать. Ну, не могу сказать, что игрушки стоят в пределах 30 рублей и даже дешевле. Как оно? Нормальные ценники? Очень, очень реально хорошие ценники. Все остальное, и вы не тратите бешеное количество денег. Хотя есть отдельные вещи, которые вы можете себе купить, это денег того и стоит. Но в остальном, все, что нужно, оно есть в наличии, и для вас, естественно. Куда мы заходим? Магазин «Любимая игрушка». К слову о том, что здесь еще и карточки принимают. Чем не жизнь-то? О! А ну, практически Mercedes-Benz. Красава! Не видел такую вообще ранее нигде. К сожалению, мой сын мало-то вырос с того самого момента, когда он на таких мог ездить. Тогда тема-то была немножко другая. Но сегодня и сейчас я бы вам рекомендовал приехать сюда в любимую игрушку. Да, это стоит чуть-чуть дороже, чем 1000 рублей. Но когда он на такой будет ехать, ну вы сами понимаете, насколько это симпатично. Конечно, здесь и другие вещи, серьезные, большие. Сделанные в Беларуси, естественно. Электромобили, нормальные. Да, это денег тех стоит. Далее, что касаемо вот здесь, да, ну, большинство электромобилей на радиоуправлении не перегибает ту самую планку 1000-рублевую. То есть, в принципе, при 1000 рублей это и электромобиль, и все остальное. Ребят, все это стоит реально дешево, и вам сюда абсолютно точно необходимо прийти. Ага. Самое забавное, что как бы, ну, мы говорим о тех вещах, которые здесь присутствуют, да? То есть, вы же тоже хотите купить игрушки. Хотите купить игрушки? Почему нет? Покупаем игрушки. Но мы сейчас немножко вот инсайд расскажу по теме игрушек. То есть вот это, пожалуйста, все, что должно быть. То есть, в принципе, серьезные машины. Будем считать, что эти машины, они, по идее, коллекционные. Но вот этих штук я, по крайней мере, нигде не видел. Это такая штука под названием мусоровоз. Но она очень красиво сделана. И, скорее всего, где-то она ездит. Потому что, ну, понятно, да, что красиво. Выполнена и сделана изумительным образом.
То бишь, конечно, здесь есть товары повседневные, но есть и те, которые вам, и когда вы их подарите, вы объясните сыну или дочке, лучше в данном случае это, естественно, сын, что вот с этим удовольствием надо с большим ответственностью подходить, потому что это все-таки коллекция, а коллекцию разбирать нельзя, нельзя. Коллекцию надо смотреть, и в некотором случае на этой коллекции можно кататься. Что, клевая штука? Star Wars. А почему нет-то? А почему нет? Нормальная штука. Хорошая штука. Это, наверное, все-таки мы будем говорить про планету Татуин. Вот эта штука, это планета Татуин. Цена вопроса. Да. Не цена вопроса вообще. Лего в том количестве, которое вы себе можете позволить. Причем в данном случае лего для детей. Ценники там тоже не сильно-то и высоки. Ну, кое-что есть, конечно, круто. Ну, мы говорим про 1000 рублей. Никаких проблем. Менее 1000 рублей вот это. И для девочек в том числе. Да. Но есть еще то, что стоит реальные копейки. Господа мои, давайте все-таки включать голову. Господи боже мой. Конечно, дитё, оно рождено в грехе. Да, к сожалению, мы это делаем. Но мы же должны ребенку с детства дать возможность жить хорошо и красиво. Мы это можем сделать. Просто зайдя сюда, в магазин, любимую игрушку, и купив ему то, что нужно, уж поверьте мне. Ценники абсолютно недорогие. Я вам еще раз говорю, 1000 рублей этого более чем достаточно. Но в случае чего, даже если есть у вас там 100 рублей, есть товар, который вы реально можете купить за какие-то 100 рублей. Бэтмен и еще кое-что. Представляете, настоящий Бэтмен. И еще кое-что. И это те самые 100 рублей. Ну вообще мы ничего не будем говорить, да? О количестве товаров. Я скажу честно, это, конечно, не очень много, но количество товаров, качество товаров, оно немножко другое. То есть вот таких вот штук я вообще нигде не видел. Это хорошие тарелки летающие, и они летят нормально. Паровозы, машинки. Мало того, есть те штуки, которые мне очень сильно нравятся. Я люблю конструкторы из металла. Сейчас я объясню, почему я их очень сильно люблю. Вот. Но сын кое-что делает, да? Но когда мне нужно, допустим, что-то сделать для сына, естественно, да? Я это делаю. Конечно, он потом это дело забывает. Но почему конструктор из металла? Потому что я восстанавливаю машинки. А там потихонечку из металла я что-то ставлю, да? Можно это сделать. И уже потом моя машина начинает ехать. Самая интересная тема. Да, вот сюда, по-моему, нельзя никого пускать, да? Просто так отсюда не уйдешь. Логично? Логично. Просто так отсюда не уйдешь. Есть, по сути, те вещи, которые никому не нужны. Кто-то квасит, кто-то курит. И то, и другое ушибает ваше здоровье. Радость вашего чада, уж поверьте мне, здоровье не ушибает. А больше удовольствия приносит вам. Тем более с ценами мы определились. Где место сие находится? Едем по Советской на север. Далее по Вокзальной на запад. Далее и правильнее, единственный поворот направо. Далее напротив торговых рядов на автомобилистов. Повернем налево. И вот оно чудо, место с изумительными ценами. И это любимая игрушка. Окей, ценники вы уже видели. То есть, в принципе-то, даже если есть, ну, небольшое количество деньгов, давайте определимся, сколько денег вы заливаете в себе. Сумма, в принципе, ну, в пределах 1000 рублей. Вы же хотите выпить неплохую жидкость. Она денег сейчас стоит. То есть 350 рублей. Вы же хотите покушать нормально. Ну, чтобы еще кое с чем было. Это, грубо говоря, 280 рублей шашлык, если вы сильно одним шашлыком накушаетесь, да? И гарнир. Как правило, вы возьмете себе два шашлыка. И та сумма, которую вы потратите, 1000 рублей. Так на 1000 рублей здесь можно больше удовольствия получить.
И представляете, своему ребенку, мальчику или девочке все это дело подарили, так она вам спасибо больше скажет, чем в тот самый момент, когда вы придете в никаком состоянии. Я не знаю, для чего это нужно. Господа мои, лучше прийти сюда и потратить деньги с удовольствием.